Минобороны не планирует открывать новые военные кафедры. Об этом сообщил в Новосибирске заместитель министра обороны Николай Панков. Цитата. «Мы хотим начать работу с 1 сентября 2014 года. Надо не создавать новые структуры, а надо на самом деле начать работать на той инфраструктуре, которая реально есть. Увеличить набор на военные кафедры, кроме подготовки офицеров запаса, начинать подготовку сержантов и рядовых запаса», — сказал Панков. По его словам, планируется, что 9 месяцев обучения на военной кафедре будут зачтены студентам как 9 месяцев службы. Кроме того, они будут проходить трехмесячные лагерные сборы. Помимо дипломов о высшем образовании, выпускники вузов будут получать и военные билеты.